На входе в гипермаркет «Глобус» волонтеры приглашают посетителей пройти вакцинацию от коронавируса без предварительной записи. 30 января в торговом центре открылся мобильный прививочный пункт. Он работает по субботам с 9 до 14 часов. Как самочувствие? Да все хорошо. О вакцинации Елена узнала через интернет. Решила не откладывать визит на потом. Пришла на прививку в первый же день. Заполнила анкету, прошла предварительный осмотр врача. И все, мне сделали прививку. Теперь буду здоровой и счастливой, чего и всем пожелаю. Мобильный пункт вакцинации посетили те, кто избегает визита в поликлинику. Потому что не всегда могу заранее записаться, и потому что в поликлинике концентрация людей, заболевших разными заболеваниями, гораздо выше, чем здесь. Перед вакцинацией все проходят обязательный медосмотр. Врачи Щелковской областной больницы прослушивают легкие, измеряют давление и уровень кислорода в крови. Те, кто не имел противопоказаний, получили вакцину. Я работаю на территории безопасности «Глобус» и хочу, чтобы на нашей территории было совсем все безопасно. Если такое количество наших покупателей решают вакцинироваться, то нам, сотрудникам, в принципе, должны быть в первых рядах. Привиться смогли и те, кто при испытании вакцины от ковид получил плацебо. Я был испытателем вектора вакцин, но попал на плацебо. И сегодня решил прийти привиться спутником. Это очень важно. Непрерывную работу прививочного пункта обеспечивал дополнительный персонал Щелковской больницы. На данный момент уже привилось 60 человек. Большое количество желающих. Мы работаем, ждем всех. Мы оборудовали прививочный кабинет, кабинет осмотра врачом. И у нас помогают волонтеры для оформления и заполнения документации. Мы готовы прививать необходимое количество. Сейчас мы предполагаем, что сегодня с 9 до 14 часов пройдет у нас порядка 100-150 пациентов. Переговоры с торговым центром, организацию работы волонтеров, которые также следили за соблюдением социальной дистанции, взяла на себя администрация округа. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы городского округа Щелка Андрея Алексеевича Булгакова сегодня мы открыли на базе торгового центра «Глобус» точку по мобильной вакцинации. На территории Щелкова работает уже 3 пункта вакцинации. Это первая, вторая и третья поликлиника. По данным Щелковской больницы, в первый день работы пункта вакцинировали 125 человек. Все они получили сертификаты. Через 21 день врачи напомнят им по телефону о необходимости закрепить иммунитет вторым компонентом. Каждую субботу в гипермаркете «Глобус» будет проходить вакцинация против COVID-19. Для того, чтобы выполнить прививку, нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.